По прогнозам синоптиков, выходные будут морозными и снежными. В воскресенье в нашем регионе возможен сильный снегопад и метель. Первые испытания непогоды бендерские коммунальщики уже прошли. Чтобы дополнительно скоординировать действия, завтра в Бендерах соберется штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом в зимний период. В соответствии с действующими правилами благоустройства, руководители всех предприятий должны организовать своевременную уборку снега и наледи с прилегающих к их зданиям территории. Независимо от формы собственности, все юридические лица обязаны осуществлять благоустройство и уборку прилегающих территорий. Поэтому это особо актуально сейчас, в преддверии снежных осадков. Хочется обратить их внимание о том, чтобы было больше внимания уделено вот данному аспекту. Уборкой муниципального жилого фонда занимается профильная организация, это жилищно-управляющая компания. По частным лицам, по частным домовладениям, вот здесь вот как раз ситуация, приемлемая к исполнению правил. Вся прилегающая территория должна быть убрана и произведены противогололедные мероприятия на данной территории. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция Бендер просит всех автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не оставлять авто на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить уборку улиц.